Индийская компания Mahindra объявила о начале мелкосерийного производства на заводе в городке Оберхиллз в штате Мичиган легкого внедорожника Mahindra Rockstar, созданного на базе легендарного армейского джипа Willys CJ3B образца 1953 года. Длина машины составляет 3759 мм, при ширине 1575 мм, высоте 1905 мм, размер колесной базы 2438 мм, высота дорожного просвета 229 мм, ну а вес внедорожника составляет 1377 кг. Основа машины представляет собой стальную раму, на которой установлен стальной кузов. Ну, разумеется, на Mahindra установлены рессоры, неразрезные мосты, механическая коробка передач и раздаток. В общем, все как у легендарного Виллиса, включая даже внешний дизайн и оформление салона. Исключение составляет лишь наличие мощной лебедки, полное отсутствие стекол, хотя на Виллисе было лобовое стекло, но и вместо бензинового мотора на Mahindra Rockstar установлен дизель объемом 2,5 литра, мощностью 62 лошадиные силы, работающей в паре с 5-скоростной механической коробкой передач. Максимальная скорость машины составляет 45 миль в час, но это примерно 73 км в час. Впрочем, этой скорости Mahindra вполне хватает. Дело в том, что на этой машине нельзя ездить по дорогам общего назначения, так как Mahindra Rockstar создана для туристических центров, устраивающих туристам джип-сафари под диким уголком природы. Ну и кроме того, машину могут купить фермеры для перевозки сельхозоборудования, но только в своих угодьях без выезда на дорогу общего назначения. Цена внедорожника Mahindra Rockstar составляет в Америке 15 499 долларов, что достаточно дорого. К примеру, Jeep Wrangler нового поколения с атмосферным мотором объемом 3,6 литра мощностью 285 лошадиных сил стоит в Америке 26 800 долларов.